Еще раз всем привет, друзья! И продолжаем наше путешествие по локации Лес Баргаи. К марафону я, в принципе, уже готов. 30 тысяч энергии есть, остальное будем глушить динамитом. Надеюсь, хватит его. В принципе, много собралось на складе. Давайте сейчас загрузим наши сани. Всем, что имеется у нас здесь. Так, динамит заряжаемый тоже забираем. Не знаю, пригодится он или нет, но на всякий случай возьмем. И давайте черничными пирогами добьем наш багаж. И полный вперед. На карту марафон. Уложитесь в 6 часов и получите гарантированную награду. Ну, думаю, что за 6 часов-то я точно раскопаю. Выгружаем наши сани и начинаем обрабатывать. Обрабатывать, копать. Хотелось бы это делать все быстро, но тут я столкнулся с одной проблемой. Ну, какая она не проблема. Если вы вот наставили персонажу бить деревья, камни, там, кусты обрабатывать, 5-10, и он начал долбить. Если вы в это время берете динамит, нажимаете на него, все действия персонажа отменяются. То есть он перестает копать. Ну, для меня это было немного неудобно, как бы. Потому что я такими темпами никогда не копал, особо никуда не торопился. А здесь таймер включен, время идет, и вроде надо делать быстро. Понимаешь, что лишние всякие действия тебя только тормозят. И тут такая вот, ну, я не знаю, ну, проблема, не проблема. Кто-то, может быть, об этом знает, кто копал раньше. Я первый раз приехал на марафон, пытаюсь копнуть быстро, но на самом деле быстро не получается. Вот эти всплывающие окна надоели уже, честно говоря. Купите голоса. Помощь? Ну, на помощь я потом внимания обращать не буду, потому что некогда еще и долбить напарнику помощь. Они пропадут скоро, эти топорики. На самом деле очень даже много объектов. Вот, 500-й динамит. Вообще здорово, конечно, взрывается. Жалко, что нету их штук 50. Но с динамитами тоже надо быть аккуратней, потому что бывают такие перешейки узкие, там, ну, вдоль реки сейчас вот дальше будут проходы, когда 500-му динамиту, например, нечего взорвать. Вы его поставите, он там взорвет два куста по 30, и все, до свидания. Ну, как бы в холостую сработает. Поэтому надо поглядывать, если огромная куча, да, воткнули 500, и он как жахнул, и красота, полетели вот эти вот сундуки, связки дров, травы. Очень много объектов, я не думаю, что кто-то в конце концов будет рекорд даже в районе 20 минут. Мне кажется, это просто нереально и невозможно. Дальше мы посмотрим, с чем еще может столкнуться тот, кто так же, как и я, первый раз приехал на марафон и пытается на время расчистить локацию. На самом деле, чуть позже будет видно, к чему привело вот это вот скопление огромное. Не просто огромное, а невероятно огромнейшее скопление ресурсов на поляне вот на этой. Скоро, ну, пару минут еще, и мы это все увидим, что случилось. Для меня это, честно говоря, был шок. В прямом смысле слова. Я не знал, что делать, потому что процесс как бы должен идти. Я знаю, что часы тикают. Как я хотел, честно говоря, может быть, даже и на рекорд пойти. Была такая мысль, но уже где-то наполовине я понял, что ничего не получится. И вы скоро увидите, почему. Может быть, это из-за того, что я не включил оптимальный режим, но не думаю, что сильно повлияло это на картинку, которую мы скоро увидим. Вот он, такие вот перешейки, когда нету объектов, да? Вроде поставить бы динамит, а им ударить нечего. Ну и приходится вот копать вручную. Очень даже много копать вручную. Какие-то у меня там сообщения идут. Не отключил я звук на ноутбуке, да? Ну ладно, пусть он там щелкает. Давайте дальше смотреть, что происходит. И продолжаю тему. На самом деле, очень даже некрасиво все в конце получилось. Ну не в конце даже,
а где-то на середине пути. Вы скоро все поймете, о чем я говорю, к чему я веду этот разговор. Очень даже расстроен я был сильно. Ну, потом, конечно, это все прошло. Дальше перевариваешь и понимаешь, что надо было делать все, конечно, немного по-другому. А все привело к тому, что из-за вот этого огромного количества ресурсов на карте, на локации, которые насыпались, это просто невероятное количество, и в конце концов видеокарта офигела, просто сказать по-русски так, и перестала прогружаться картинка. Ноутбук мой просто повис, зависал, и очень долго не грузится, невозможно ничего делать. Сейчас скоро уже я там кусок оставил в реальном времени, что происходило. Когда взрывается динамит, летят вот эти брызги очень медленно, и невозможно ничего сделать. Вот, зависание вот такое вот. И потихоньку, еще вопрос, я не знаю почему, ресурсы вот так вот в куче не собираются. Конечно, это, ну, не знаю, неправильно вроде бы. Они собираются в куче, начинают только когда я их в сани начинаю сыпать, собирать сам, и тогда они полетят. Ну, чуть попозже мы это тоже увидим. И вот смотрите, что происходит. Сейчас мы повиснем вообще конкретно. Еще здесь появились вот эти пальмы, такие метелки. И если они вокруг засыпаны ресурсами, всякими коробками, вот этими ящиками, связками, то невозможно бывает в нее попасть. Вроде вот, вот так вот можно, когда она открытая. Вот смотрите, что происходит. Просто зависает, и я не знал, что делать. Я понимаю, что надо что-то делать, но я почему-то очень долго к этому шел, что надо начать собирать эти ресурсы в сани и выгружать на склад. Ну, очень долго я тормозил с этим делом. Пришел, конечно, к этому, но это было время потеряно уже очень и очень много. Сейчас вот сани, когда наберутся, вы посмотрите, вот так вот все висит. Когда даже я начал собирать, невозможно было ничего делать. Вот когда уже мы собираем, процесс пошел, тогда начинает вот эта вот хреновая куча собираться в однородные такие, как сказать, ячейки, ну, по много объектов. Я не знаю, почему это не происходит сразу, почему это не исправят. И придется вот это терпеть. У меня был шок, еще раз говорю. Я просто офигел от того, что у меня все зависло. Я ничего не могу делать. Понимаю, что надо копать. Понимаю, что надо собирать. Ставлю, продолжаю динамит. А на самом деле происходит все еще хуже. Больше и больше зависает. Под этими кучами ресурсов прячутся вот эти маленькие объекты, кусты, трава. Потом они выплывают, и продолжаем мы их раскапывать, возвращаемся, персонаж ходит туда-сюда, время тратится. Ну, то есть, бардак, конечно, полный. Я не ожидал такого. Ну, лежат они, лежат. Ну, почему так? В конце концов, все зависло. Ну, вот, смотрите, и потом, конечно, да. Уже, когда собрались эти кучи огромные ресурсов, непомерные просто, все начало работать очень даже так, как оно и было, должно было быть. Расчищаем, да, ну, конечно, ну, не знаю, за 15-20 минут, мне кажется, все-таки это нереально сделать. Если только у вас не какой-то суперкомпьютер, и он сможет у вас прогрузить вот все вот эти объекты, если вы не будете их собирать. Но у меня, к сожалению, такой машины нет, и мне пришлось тратить время на сборку. А на самом деле, если бы начать все это с самого начала, я думаю, получилось бы все намного интереснее. Ну, 10 минут точно сэкономилось бы с этими вот зависаниями. Если сразу, например, поставил динамит, несколько объектов персонажу, бить там 5-6 штук, нашлепал, если они есть. И главное, ну, далеко не посылать его, чтобы он не ходил просто так кругами по этой поляне. Ну, так это рекомендации тем, кто, может быть, когда-то поедет. И самому начинать сразу собирать эти объекты в сани. То есть, чтобы нагрузки на видеокарту не происходило такой огромной.
Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. И я, если был бы готов к этому, может быть, кто-то дал такой совет, я бы начал бы, конечно, сразу это дело собирать. Но посмотрел в Ютубе, ни одного ролика я не нашел, к сожалению, чтобы кто-то выкладывал про вот эти марафоны. Я думаю, кто большие уровни, хай наши, они не снимают это видео. А те, кто снимают, у них нет нифига столько энергии, чтобы поехать в этот вот марафон отправиться. И поэтому я как бы не был готов особо к таким вот непонятным движениям моего компьютера. И в следующий раз, конечно, да, будем мы это уже учитывать. Но были раньше где-то марафоны, где по 8 минут там даже расчищали. Ну и не знаю, даже если вот сюда привести 500-ых, ну сколько там, 40 тысяч, это 40 80 штук 500-ых привезти, я думаю, толку от них не будет. Вы никак вот здесь не сделаете за 8, за 10 минут, потому что перешейки здесь вот эти вот маленькие, когда вы не сможете использовать 500-ый динамит, от него толку не будет, он в пустоту будет. Или вообще не знаю, может, он не будет взрываться, когда... Не, ну можно, наверное, взорвать одним динамитом, 500-ым, например, куст какой-нибудь 30-й, там, 45-й. Ты его поставил, он тебе жахнул, а карта нифига ничего не открылась. То есть они эти 80, даже 500-ых динамитов здесь нам, ну, толку никакого не сыграли бы, наверное. Все равно вручную много-много объектов пришлось бы обрабатывать. Кто-то покупал энергии за, ну, из-за изумруда можно тоже, в принципе, покупаешь, 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 добавить 1000 энергии, добавить 1000 энергии. И на эту, вот какой-то подарок дали нам, а, ну, из-за слонов, наверное. И на эту 1000 энергии ты вручную долбишь. То есть без динамитов люди, наверное, приезжают тоже и потихоньку колбасят вот этим огромным количеством энергии, которые покупают за изумруды. Но это, опять же, нужно тратить деньги. Вот эти пальмы, не попадаются в эти пальмы. Вот. Тратить деньги на изумруды, но не вижу смысла. Может, кто-то и донатит очень сильно. Не знаю, потому что к людям бывает заходишь, ну, 400 уровень, я не знаю, что там надо делать, чтобы набрать этот 400 уровень, сколько нужно сделать птицеферм там, чтобы миллионы яиц собирать и золотые эти статуи, очень много опыта, постоянно, каждый день, чтобы у тебя уровень добавлялся там, ну, это миллионы и миллионы опыта. Ну, то есть, вот такая вот история приключилась с моим этим первым блинным комом марафоном. Ну, я, в принципе, потом успокоился. Ну, будет еще время, конечно, да, будут у нас марафоны, и все мы сделаем достаточно интереснее, красивее и быстрее. Опыт нам приходит. Это вот, ребята, все, лес Баргаи очищен. До свидания. 46 минут, ну почти 47. Не на такой результат я, конечно, рассчитывал, но да, в следующий раз будем немного умней и исправим ошибки. Жаль, что приходится учиться на своих. На всякий случай фоточку на память сделаем, да. Марафон пройден, но все-таки результат какой-то есть. И единственное, что, может быть, кто-то подскажет, где смотреть рейтинг игроков, сколько сейчас, вот пару дней прошло уже, пока я этот видос выложу, где смотреть, я не знаю, где этот рейтинг, я не смог найти. Сейчас вот такой вот бардак можно здесь грузить очень-очень долго, ну, не думаю, что это кому-то интересно, но просто понимаете, что количество ресурсов, не то что огромное, а громаднейшее, да, вот. Смотрите, рейтинг. Нажимаю я на это дело. Я не знаю, где можно узнать, кто где сейчас на каком месте. Даже мне не показывают, что я на пятом. Ну, может быть, я туплю, но я вроде все просмотрел. Не знаю, где это взять и почему я этого не могу найти. Тем временем, ну, остается поляну собирать, вывозить это все. Ну, это очень даже здорово. Сани у нас есть, корм полно. Было бы что вывозить. Посмотрим на складе, что у нас накопилось. Ну, так, кажется, что немного, но я думаю, на поляне еще достаточно, достаточно очень даже много объектов собирать, не пересобирать. Все, друзья, смотрите, вот такая вот симпатичная полянка у нас со слонами получилась. Ну, в принципе, красивые зеленые топиары, что ли, их называют как-то.
топиары слонов. Давайте один подарок откроем. Чешем домой уже, хватит нам с этим марафоном заморачиваться. Результат уже есть, исправить ничего нельзя. Учитывайте мои ошибки. Делайте лучше. Удачи всем, ребята. Тем, кто поедет, только собирается поехать на этот марафон. Вот таких вот насыпали нам слонов. Ну, смотрим, декорация, да, декорация и декорация. Ну, дух вот этот Баргай, Баргай, Баргаи, я не знаю, как правильно ударение поставить, что за, кто это придумал такое название. Ну, ставим этих слонов пока, вот такие вот пастбища у нас здесь будет, слоновое, зеленое. Потом я их, конечно, выбираю. Продолжаем собирать вот этих шаманов, кролики. Кому-то, если нужны, пишите, я их просто так вам подарю. И на самом деле путешествие закончилось. Жаль, конечно, что результат получился не такой, как я ожидал. Но ничего страшного, в следующий раз все сделаем намного интересней. Добавляйтесь, друзья, играйте в Клондайк, пишите, если кому-то нужна помощь. И смотрите следующее видео, ждем обновлений. Удачи всем и до новых встреч на канале. Пока-пока.